Буквально 10 минут назад, друзья, в одном из российских телеграм-каналов о шоу-бизнесе появилась трагическая новость о нашем любимом певце Валерии Сюткине. Все любят, помнят и знают этого певца. Многие до сих пор ходят на его концерты, напевают и слушают его прекрасные песни. Сегодня с Валерием Сюткиным случилась ужасная трагедия. Он был приглашен, чтобы выступить на одном из российских концертов, посвященных молодежи. К сожалению, на концерте он так и не появился. Его без сознания нашли в гримерке концертного зала. Сценаристы не могли его найти, но когда зашли в гримерку, увидели, что Валерий Сюткин лежал на земле. Он был в бессознательном состоянии. Они сразу же позвали медиков, которые дежурили в тот момент на концерте. Медики привели к чувствам Валерия Сюткина и сразу же вызвали карету скорой помощи. На карете скорой помощи Валерий Сюткин был доставлен в одну из клиник города, где сейчас решается вопрос о его переводе в частную больницу. В связи с чем это связано, пока неизвестно. Мы поговорили с врачами, которые в концертном зале ему оказывали медицинскую помощь. Врач сказал, что у Валерия Сюткина поднялось сильное давление. От этого он не потерял сознание. Пока больше сказать никто ничего не может. Давайте, друзья, подпишемся на наш YouTube-канал. Нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Давайте поддержим Валерия Сюткина. Будем надеяться, что с нашим любимым певцом ничего плохого не случится. До скорой встречи, дорогие друзья, на нашем YouTube-канале.